Друзья, всем привет! Канал Каримов Проверь, канал обо всем. Сегодня я вам хочу показать два самовара. Самовары сделаны, вернее, переделанные из электрических. Отсутствуют в обоих затычки, вертки. Давайте я сразу снизу вам покажу. Посмотрите, отверстия поддувальные сделаны. Вот. Давайте посмотрим, что делается с колосником. Тело самовара совсем не переделывали. Используют вместо колосника дно самовара с природными, скажем так, придуманными и первоначально сделанными отверстиями. Здесь сделали отверстие, мы видим, и не закрыли, даже не закрыли, скажем, вход, отверстие для электрического разъема. Вот. И еще что здесь надо сказать. Здесь припаяли, не знаю чем, взяли и припаяли основание к телу самовара. На самом деле, вот это основание, оно должно крепиться. Здесь пластина должна стоять и болтом. Болтом, штырем, как угодно назовите. И впаяна здесь жаровая труба. Этот самовар переделан из электрического жара. Давайте мы откроем, посмотрим. Скорее всего, труба здесь сделана из меди. Замком согнута под конус. Сейчас мы посмотрим. Вот, да. Вот так вот сделано. Народное творчество. Я сначала думал, гильзу поставили. Нет, вот и колосник сверху виден прекрасно, как он сделан. Друзья, напоминаю, канал Каримов Проверь, канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Будьте с нами.